Взять добросовестность под контроль в лучших традициях блокчейн-технологий попробуют создатели проекта Bounty Hunters. Площадка предоставляет возможность создателям проекта отследить недобросовестного Bounty Hunter, а самим хантерам гарантированно получить вознаграждение за проделанную работу. Bounty компании – это когда стартап собирает деньги на рекламу собственного ICO. Bounty Hunter – это люди, готовые за токены делать полезные для проекта действия, например, распространять информацию в соцсетях. Разработчики проекта Bounty Hunters сообщают, что площадка предоставляет экспертную оценку ICO проектов. Это оптимизирует работу. Хантеру нет необходимости тратить время на проверку репутации проекта, а разработчики могут избежать мошенничества.